Продовжуючи тему ветеранів АТО, поговоримо про постійну підтримку бійців із радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольгою Горд. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і так, мабуть, почнемо з головного. Стартувала школа волонтерів. Да, вчера у нас было открытие еще одного проекта, который поддержан нашей Днепропетровской областной администрацией. Это школа волонтеров. Для нас это очень актуальный проект. Дело в том, что за 2 года Днепропетровщина стала фактически флагманом, да, волонтерского движения. Но это движение направлено на помощь людям, которые живут на Донбассе, приехали сюда, к нам в Днепропетровскую область, либо же это люди, которые защищают суверенитет и независимость Украины. Но дело в том, что волонтеры – это люди, которые занимались благотворительностью и до наших военных конфликтов в Украине. Их очень много, и мы очень часто забываем о них говорить, а самое главное – забываем им говорить спасибо. И вот этот проект нацелен как раз рассказать, что такое волонтерское движение, зачем оно нужно, когда оно возникло. И вот вчера на открытии у нас было более 50 человек, людей совершенно из разных отраслей волонтерского движения. И мы рады тому, что мы опять же здесь являемся лидерами и в поддержке в том числе. Давайте поговорим о курсах для бойцов АТО, то есть какие они, ну вот так вот, подведем своеобразные микроитоги 2016-го. Вот перед этим был сюжет, когда рассказывают, чем же занимаются ребята, когда возвращаются обратно в мирную жизнь. И один из направлений нашей работы – это возможность получить какие-то новые навыки, возможно, изменить свою профессию после военных действий. И мы сейчас организовали уже почти больше года, да, идут курсы по IT-обучению и английскому языку. Вот на текущий момент английскому языку у нас обучилось уже 190 человек, и сейчас работает группа в 50 человек, продолжает обучение. И проходят ребята и обучение IT-курсов, 160 человек прошло обучение, и 50 человек учатся. Плюс мы решили заботиться не только о военнослужащих, но и их детях. Вот у нас недавно закончились курсы, 26 детей в Никополе закончили обучение, 24 ребенка сейчас учатся еще на IT-курсах. В начале недели мы в своих новостях проанонсировали о том, что в самое ближайшее время в Днепре пройдет рождественский бал с участием волонтеров и участников АТО. Вот как идет подготовка? Поддаются ли ПА? Жители Днепропетровской области – это люди с уникальными возможностями. Мы их испытали и фотографами, и воздухом, и водой. Чуть дальше, я думаю, мы поговорим о проектах, которые мы реализовали именно в этих стихиях. И вот мы предложили ребятам на Рождество, католическая правда, провести рождественский бал, отдохнуть, вместе пообщаться. И на сегодняшний день у нас зарегистрировано 100 человек. 50 пар будет участвовать в рождественском бале. Проходят тренировки, очень активно. Многие стараются максимально приходить часто на все репетиции, которые есть. Я думаю, что этот проект будет тоже очень интересен, и однозначно нам будет чем похвастаться 24 декабря. Так что мы всех приглашаем желающих. Это так получилось, 50, или именно хочется такую круглую цифру? Мы никогда не ограничиваем количество участников в наших проектах. Ну, так сложились обстоятельства. Была выпущена открытая анкета, приглашали всех ребят демобилизованных, но, кстати, в процесс включились гораздо быстрее жены, девушки и волонтеры, которые сами искали себе партнеров, поэтому получилась такая симбиозная работа, если можно сказать, да, женщины подтянули своих мужчин на этот проект, и будет все хорошо. Давайте еще об одном проекте своеобразном, интересном, о газете, которая чуть ли не со дня на день, может быть, я ошибаюсь, но для бойцов АТО, и не только для бойцов АТО. Ну, немножечко со сроками вы нас ускоряете. В принципе, мы готовы, но выпуск будет проходить, первый выпуск будет выпущен в декабре месяце. И эта идея у нас достаточно давно уже созревала. Дело в том, что большое количество информации мы передаем через открытые источники информации. Это интернет, это телевидение. Но мы понимаем, что очень часто не доходит
доходит информация до людей, которые живут в селах, в районах, и проще с ними им передавать информацию именно пока еще в печатном виде. Вот именно от этого и родилась идея. Но, с другой стороны, то, что напечатано на бумаге, можно сохранить, и информация будет полезна еще какое-то время. В первом номере мы планируем дать информацию, чем же занимались Центр помощи участникам АТО в течение 2016 года, чем занималась Днепропетровская администрация в рамках поддержки участников боевых действий, а также чем занималась областная ассоциация воинов-ветеранов АТО. То есть достаточно много будет информации, ну и то, что можно будет сохранить и в дальнейшем в хозяйстве, это контактные телефоны всех служб, которые работают непосредственно на помощь, поддержку участников боевых действий и членов их семей. Если говорить об этой газете, это какая частота выхода? Сейчас мы планируем раз в месяц. Посмотрим, первый тираж будет 10 тысяч экземпляров. Скажу, что у нас в области на сегодняшний день домой вернулось 14 тысяч демобилизованных, поэтому, в принципе, практически каждому будет возможность получить эту газету. Распространение будет через Центр помощи участникам АТО, которые есть во всех районах Днепропетровской области. На сегодняшний день их 22. И через военкоматы. То есть доступность будет достаточно большая. В январе мы посмотрим, насколько популярен был первый выпуск. Если мы поймем, что частота нужно будет увеличить ее, то, возможно, мы будем выпускать два раза в месяц. Кто будет писать в эту газету? Немаловажно все-таки, да? Информация будет поступать, ну, во-первых, из пресс-службы Днепропетровской областной администрации, потому что мы очень много проектов проводим. Второй источник – это областная ассоциация ветеранов АТО. Вот ее возглавляет советник губернатора Валентина Михайловича Ночевный Иван. И информация будет поступать и от ребят напрямую. Плюс мы планируем открытую колонку, обмен информацией с журналистами, которые работают по области. Давайте вернемся к примерно 5 минутам ранее, когда вы сказали, что очень много проектов, действительно много проектов, которые под эгидой облгосадминистрации прошли в 2016 году. Вот для вас что больше всего запомнилось, что оказалось самым трудным, но в душе радостным? Мы, кстати, вот буквально на этой неделе обсуждали, что же мы успели сделать за этот год. И когда вот только первый вопрос был задан, оказалось, что, в принципе, наверное, не так много и сделано. Хотелось бы больше, очень много еще проектов на будущее. А когда мы посчитали, мы поняли, что сделана достаточно большая глобальная работа. Мы в этом году провели каждый месяц, у нас проходил большой крупный проект, который был освещен на всю Украину. Мы стартовали со многими проектами, которые действительно уникальные. Это фестиваль авторской песни «Песни народжені в АТО». Мы не просто собрали 20 исполнителей, мы успели выпустить диск, мы сделали презентацию в палате Жовтневой, мы собрали два аншлага, 1,5-2 тысячи человек в Киеве и в Днепре. И концерт сейчас ездит по всей Украине, мы уже успели посетить 5 областей. То есть, в принципе, это очень большая работа. Дальше, то, что я говорила, да, наши ребята были на воде, в воздухе. Мы поставили всеукраинский рекорд на воде. У нас был одновременный, самый большой одновременный заплыв на каяках участниками АТО. Плыло 50 лодок, 100 участников было в этом проекте. 10 ребят, которые получили значительные травмы и ранения в зоне АТО, все с инвалидностью 2-3 группы у нас прыгнули с парашютом. Наверное, это самый яркий был из проектов, потому что пришлось опробовать парашют и самолет мне. Меня первую посадили, и первый прыжок из этой группы делала я. И у нас была спортивная олимпиада для участников АТО, которая приняла более 120 человек участие. И вот буквально в октябре месяце у нас были игры героев. Это тоже очень большой социальный проект. В нем участвуют люди-инвалиды. Но это люди без ограничений, потому что то, что они делали, какие они спортивные дисциплины имели возможность выполнить, честно говоря, просто удивляешься, насколько эти люди сильны духом, и нам нужно брать у них пример.
Ну, и вам хочется сказать большое спасибо и тем людям, которые, по большому счету, не могут сейчас оказаться в нашей студии, но это большая команда, которая делает большое дело. Дякую. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що Ольга Горб, радник голови облдержадміністрації, була у гостях 9 каналу.